И мы вернемся снова к теме перестрелки в Киеве, которая произошла сегодня в столице на Подоле. С нами на связи мой коллега Александр Васильченко. Это значит, что у него есть новые подробности. Саша, что еще тебе стало известно? Во время обыска на месте происшествия полицейские обнаружили 3 пистолета. И вот совсем недавно стало известно, что мужчина, который, собственно, стрелял, он и который представился французским журналистом, в прошлом году несколько раз посещал Россию. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к французскому изданию. Нам удалось поговорить с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко. Он сообщил нападавшему, инкриминирует статью «Умышленное нападение», не исключает в деле российский след. Шевченко также сообщил, что сейчас Амина Смаева дает показания. Давайте послушаем детали. Вони декілька тижнів підтримували контакти з особою, яка представлялася журналістом одного респектабельного закордонного видання. Під час однієї з цих зустрічей, яка була тут, вони опинилися в автомобілі разом. І раптово ця особа дістала зброю, пістолет, і відкрила вогонь в Адама Осмаєва. Аміна Окуєва з метою самозахисту, з метою припинення цих злочинних дій нападника, відкрила вогонь у відповідь із своєї зброї. Также стало известно, что Осмаев получил несколько ранений, пока в полиции не сообщают сколько, а вот нападавший получил 4. Их состояние оценивается как средней тяжести, и медики уверяют, их жизни ничего не угрожает. Мы продолжаем следить за событиями и будем сообщать о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильевич с подробностями перестрелки, которая произошла сегодня на Подоле в Киеве.